Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил онлайн-опрос жителей Подмосковья. Здесь можно оставить свое мнение о заметных изменениях в регионе, а также о том, на что в дальнейшем следует обратить внимание. Глава региона подчеркнул, сотрудничество властей и жителей Московской области возможно только через диалог. Наша задача – спросить о том, какие перемены в своем дворе, в своем городе наши дорогие жители заметили и какие проблемы они считают самыми главными в предстоящем периоде, в ближайшей перспективе. Впереди традиционное ежегодное обращение губернатора, которое состоится во второй половине мая. До этого времени любой активный гражданин может пройти опрос на портале «Добродел». Анкета состоит из двух вопросов. Первый. Какие изменения за последние годы вы заметили в своей территории, в своем округе? А второй вопрос. Что еще нужно сделать, чтобы стало лучше, чтобы жизнь была комфортнее? Поэтому призываю и жителей, и, соответственно, всю команду принять участие в этом вопросе и поделиться, что называется, обратной связью. Жители Одинцовского округа отмечают положительные изменения в сфере благоустройства. Мне очень нравится в лесу, что есть дорожки. У меня еще есть младший ребенок. Я с коляской там гуляю, и тоже очень удобно. Посмотришь, вот современные площадки, которые строят сейчас, это просто фантастика. Там ребятишки бегают, смотрят им. Увести невозможно. Я сам хожу, иногда качаюсь на качелях. По мнению респондентов, упор следует сделать на содержание территорий, а также обустроить народные тропы и отремонтировать дороги. У нас по-прежнему очень много мусора, я бы на самом деле улучшил качество уборки. Вот она дорожка, но она раскисла, дождик пройдет, грязно будет, да? А вот что стоит ее благоустроить, подсыпать, чуть-чуть заасфальтировать, будет народ ходить. Видите, у нас в Одинцовской поликлинике асфальт такой уже старенький, чтобы облагородить именно тротуарчики. Каждая анкета поможет сделать регион лучше и комфортнее. Также после завершения голосования с помощью генератора случайных чисел выберут 100 участников, которым подарят брендированную футболку губернаторского проекта «Лето в Подмосковье». Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».